Всем привет, с вами Егор Горячев. И сегодня я хотел бы показать вам Лего Мак 10 из Counter-Strike Global Offensive. Как видите, вот такой он достаточно большой получился и достаточно много весит. Тяжелый. Курка у меня, к сожалению, подвижного не получилось сделать, так же как вот и G9, но я над этим работаю. Или почти я придумал, как сделать. Вот, вынимается магазин. Видите, такой магазин. Специальное отверстие для магазина. Не видно, почему это вот. Вставляется все это дело. Как, так же, как и у Мак 10, я сделал полоски. Я не буду дать. Полностью, опять же таки, он сделан полностью из лего. Никакого пластилина, ничего. Ни там скотча, ничего. Вот так. Так вот, прицеливаться, если что. Как видите, вот дуло такое получилось. Здесь я сделал... Поставил такие две детальки с крапинками, на них наступил вот такой вот такой. А было сделано вот из таких. Вот так. Выглядит. Иногда отваливается уже штука. Здесь я сделал, чтобы не болтался место, где должен располагаться курок. Я, как видите, вцепил его в... Сейчас покажу. Здесь я сделал один ярус из одинарных. Чтобы, видите, здесь располагается, чтобы не болталось ничего. Видим это дело. Так, нажимается. Достаточно легко. Если это видео наберет хотя бы 20 лайков, я сделаю разбор этого оружия. А с вами был Егор Горячев. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.